Сегодня китайские журналисты побывали в хозяйстве Верхэрмень, одном из крупнейших в России. Министерство иностранных дел проводит пресс-туры по регионам, чтобы представители зарубежных изданий смогли познакомиться с условиями жизни в разных уголках нашей страны. Хотим также распространить его на корреспондентов, которые не имеют корпунктов в Москве, а живут в своих странах. Мы выбрали Новосибирск в качестве одной из первых точек, что называется, с учетом важности региона, его звучания и также большого интереса. Китайским журналистам показали передовые технологии производства молока и молочных продуктов. В этом хозяйстве одна корова дает почти 12 тысяч литров в год. Это близко к мировым рекордам. А средняя зарплата больше 40 тысяч рублей. Руководители предприятия провели экскурсии и по социальным объектам села, детскому саду, спорткомплексу и краеведческому музею. Репортеры из Поднебесной готовят цикл статей о русских инновациях и считают, у нас есть большие перспективы для сотрудничества. Вы хорошо кормить коров, и ваши продукты чистые, качественные. Ну, по-моему, в Сибири есть хорошие перспективы, перспективы эксперта сельскохозяйственных продуктов в Китае.